Привет всем высшим! И да, сегодня будем играть Garbage. Игра рассказывает нам о суровой жизни на улице, где мы, будучи бездомным, боремся за свою жизнь. Но от этого игра не становится менее увлекательной. У нас есть возможность отстроить свою огромную базу, сделать свою армию попрошаек, всячески их экипировать и прокачивать. Тут довольно много навыков, и нам придется попутешествовать по миру, чтобы открыть некоторые навыки. И должен сказать, что в Steam прямо сейчас доступен бесплатный пролог, так что давайте попробуем. Попробуем новую игру и начнем свое путешествие. An ancient hobo prophecy had foretold about your arrival. The chosen one, who will bring back peace and stability to the streets. But there's one problem. You don't remember who you are, nor what your name is. You are also naked? What? Что ж, и вот наш бездомный, которого, кстати, зовут Сашенькой. Саша, что же с тобой случилось, что ты оказался на помойке? Ну ладно, не будем его строго судить. Конечно, Саша у нас тот еще хряк, и, видимо, все свои деньги он потратил на краску для волос. Но давай тогда осмотримся, что у нас тут. Перчатки грабителя. Немножко разного мусора. Ну, слушай, из этого уже можно сделать неплохую такую базу. Так, но... Бумага, пластмасса, в целом неплохо. Ладно, у нас тут есть мат, простая штанга и боксерская груша. Давай, наверное, сделаем боксерскую грушу и будем прокачивать свою ловкость. Кстати, да, у нас тут есть разные характеристики: сила, ловкость и выносливость. И именно от этих характеристик зависит то, какие навыки мы будем прокачивать. Сейчас у нас взят навык, например, из ветки выносливости, сбалансированный пинок. А мы, наверное, будем прокачивать ловкость. Это у нас, получается, будет быстрый удар, апперкот локтем и, может быть, даже... Что тут? Двойной пинок. Так, ну, вполне себе неплохо. Вот он набивает сейчас свои кулаки. И скоро он, судя по всему, устанет. Поэтому нам надо поставить себе простую кроваточку, вот такую вот. Да, не ругайся на меня. Так, смотри. Можем ему одеть вот эти перчатки. Отлично. И они как раз-таки повышают ему 5% от удара, 5% шанс оглушения и 5% бонус скорости атаки. А скорость атаки — это, по сути, наш сейчас главный показатель. Потому что мы прокачиваем ловкость, у нас довольно высокая скорость атаки. И мы довольно часто будем бить локтем, хуки проводить и все в этом духе. Так, отлично. Вот он отдохнул. И сейчас нам предлагают сделать себе душ. Но мы продолжим, наверное, тренировки, потому что показатель гигиены у нас еще не такой низкий. И, в принципе, мы можем сейчас... Погоди-ка, а почему у нас не прокачивается ничего? Вот, отлично. Как-то странно. Ну ладно. В любом случае, сейчас мы прокачаем и возьмем себе свой первый навык. Это, скорее всего, у нас будет быстрый удар, я думаю. Тут у нас 5% ко всему урону, а здесь у нас скорость атаки. Ага, ну можно было бы, конечно, и у ворот взять. Ну, у ворот можно было бы взять как раз-таки из пинка или быстрого удара. Так, это получается у нас взята нижняя ветка под нами. И потом мы сможем прокачать 10% здоровья, либо... слушай... Ну, конечно, возможно, было бы лучше, если бы мы прокачивали силу. Ну, ладно. Давай сейчас, пока он у нас отдохнет. И там мы уже решим, что и как. Вот, пока он у нас отдыхает. Можно было бы прокачать себе два защитных навыка. Это получается у нас уворот и парирование. Вот, блок. И мы бы очень даже хорошо сражались. Там даже с одним или двумя атакующими навыками. Но сейчас, подожди. Пускай он все-таки прокачается. И мы тогда уже посмотрим на нашу... Так, на нашу мощь. Так, погоди-ка. Я думаю, ты уже заслужил помыться. Вот. И давай его немного прокачаем. Вот у нас получается... пинок. Двойной пинок. Здесь у нас скорость атаки, а здесь у нас 5% ко всему урону. Ну, давай, наверное, прокачаем быстрый удар. Вот. И поставим его себе на панель. Так. Теперь, я думаю, ты можешь помыться. Заслужил. Вот у нас Саша теперь довольный, счастливый, моется. Так, отлично. Что-то помылся?
Так, и на нас кто-то напал. Аж целых два каких-то бомжа. Ну, что-то мне подсказывает, что Саше будет нелегко. Ну ладно. У нас есть два навыка. И да, как видишь, у противников тоже есть. Ох ты ж, ёлки-палки! На, держи, тварь! На тебе! Так, ну-ну-ну-ну-ну! Одного хотя бы убей! А, так тебе! Эх ты! Нет, Саша не смог превозмочь. И все-таки его нокаутировали, так что придется ему отдохнуть от полученных травм и продолжить свой бойцовский путь. Путь одинокого волка, путь бойца. Давай, Саша, ты сможешь. Набивай свои кулаки, и мы тогда прокачаем себе у ворот. И, может быть, это как раз-таки позволит Саше не получать по его довольно непримечательной харе. Но ладно. Сейчас, пока он там набивает кулачки. И сколько нам еще прокачиваться? То есть, я думаю, еще два раза мы позанимаемся и прокачаем себе ловкость. Так. Угу. То есть, вот. Мы прокачаем себе апперкот локтем. Выставим его за место пинка. И у нас, соответственно, будет больше урона. Потому что сейчас у нас перчатки. Перчатки прибавляют, судя по всему, урон от кулаков. И этим, конечно, надо пользоваться. Так, ну что, ты отдохнул? Давай тогда. Иди занимайся. И да, я бы, может быть, поставил себе место для попрошаек, но сейчас нам не хватит, к сожалению, ресурсов. Судя по всему, мы весь пластик потратили на вот эту вот грушу. Ну, ладно. Мы сейчас как раз-таки немножко позанимаемся. Прокачаем персонажа и пойдем на новую площадку, где мы будем выполнять задания и попробуем уже там как-то основательно привести своего Сашу в мир, можно сказать, влиятельных людей. Так, ну что, ты отдохнул? Давай работай! Так, но сейчас, конечно, нет, показатель голода у него еще не такой низкий, так что я думаю, пока он может себе позволить позаниматься. Во, смотри. То есть мы сейчас прокачиваем себе апперкот локтем. Отлично. И выставляем его за место пинка, как я и говорил. Так. И сейчас мы... Так, у нас два атакующих умения. И я думаю, в скором времени у нас появится... Что у нас появится? Появится уворот. Что, в принципе, тоже очень... И очень неплохо. Так, ладно, давай тогда отдыхай. И мы пойдем сейчас на площадку, где будем выполнять свои задания. Первое. Так, у нас, кстати, довольно много ловкости. То есть не ловкости, а энергии. Так, и давай тогда мы выйдем в окраины. Вот. Этот толстяк дает мне надежду, что он продает отличные хот-доги, но выражение его лица вызывает беспокойство. Что случилось? Так, ну, смотри, тут есть вот такой вот мужичок. Рапунцель. Он продолжает петь мне эту мерзкую песню. Я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу! Так, и вот толстяк Боб. Это мерзкое пение пугает моих клиентов. Ну, ладно, давай тогда мы попробуем с ним сразиться. И... Так, набрали немножко мусора. Отлично. Ну что, принц Родео, я вызываю тебя на бой! Кто ты, черт подери, такой? Не трогай мой мусор! Ну, ладно. Давай попробуем тогда с ним сразиться и поставить его, черт подери, на место. Давай, лови апперкот! Апперкот! Отлично! Опа, еще удар! Давай, давай, давай! Проводи ему еще! Вот так вот. Отлично. Ну что, мы его победили. И взяли немножко еды даже какой-то. Так. Я пытаюсь продавать здесь хот-доги. Сначала пел бомж, а теперь пришли его друзья. Мои клиенты проходят мимо. Ты можешь с ними разобраться? Слушай, ну сейчас, я думаю, мне будет сложно, учитывая, что я потратил много здоровья. Так, и в мусоре у нас ничего, ничего нету. Поэтому придется нам, наверное, вернуться на свою базу и немного отдохнуть перед тем, как вызывать кого-то на бой. Хотя, слушай, у нас сейчас довольно сильный персонаж. Я думаю, мы прямо сейчас можем себе позволить кого-то из них вызвать. Колян! Ха-ха! Я ждал тебя, сукин сын! Да, я
прикончу бутылку, а потом прикончу тебя. Ну что ж, давай, попробуй, гад. Мой Саша тебя порвет на тряпке. Давай, давай, апперкот локтем. Ну-ка. Отлично. Ну, слушай, пока что мы вроде бы выигрываем. Отлично, ну-ну-ну-ну. Ах ты ж, гадина, все-таки успел ударить. Мы почти его добили, но нет. Эти истории не прочитать в литературе. Какая жалость. Ну, ладно, мы тогда сейчас передохнем и попробуем еще раз вызвать кого-то из этих гадов. Но Коляна, пожалуй, мы оставим на десерт, а вот его другана, Игоря, мы, пожалуй, сейчас и попробуем побить. Эй, урод, убирайся отсюда! Это мое место, я не собираюсь его отдавать. Ну что ж, давай тогда попробуем сразиться. Саша, давай! Покажи ему его место. Так. Начнем, пожалуй, с быстрого удара. Ага! Получай локтем еще. Еще удар. Ну, добей его, добей! Саша, давай! Ты сможешь! Да! Он его добил. Игорь, это место отвратительно, и ты его часть. Ну, знаешь, он прав. Как бы это ни было прискорбно. Но давай, пожалуй, отдохнем сейчас дома. И уже, пожалуй, сейчас можно было бы отправиться и добить этого Колю проклятого. Давай, Саша, покажи ему его место. Хотя, я не знаю, какое у него место там, но ладно. Начнем с локтя. Ну-ну-ну, давай его. Опа, оглушил, оглушил. Добивай его, добивай. Ну-ну-ну, Саша. Саша, ну что ты делаешь, Саша? Проклятый хряк. Ну, елки-палки, ты же занимаешься. Ты спортивный малый. Ну, какого черта вообще это было? Ты почти его добил. Ты его оглушил даже, Саша. Саша, что с тобой? А, ну ладно, давай еще раз тогда. Это уже третья попытка его как-то избить, но что-то у нас не получается. Возможно, придется тогда прокачать еще раз свою ловкость. Так, оглушили. Давай, давай, давай. Отлично. Ну, 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 ну. Проводи удары. Еще. Отлично. Все-таки мы сейчас его избили и получили какую-то еду. Что, в принципе, очень даже неплохо. Так, вот, 2 бакса и кроссовки. Возьми этот подарок за потраченное время. Возвращайся в любое время за теплыми хот-догами, да! Ну вот. И мы сейчас можем купить у него немножко еды. И девушка просит у нас какие-то цветочки. Наконец, я могу отдохнуть на балконе без ужасного бормотания бродяг. Сделай мне одолжение, принеси немножко букетов. Так, а давай тогда мы, пожалуй, Кенши. Эй, я смотрел за тем, как ты дерешься. Тебе может пригодиться пара рук. Я присоединюсь к тебе. За деньги найду. Ну, слушай, в принципе, еда у меня есть. И ты хочешь доллар, поэтому почему бы и нет? Давай, приходи. Правда, я не знаю, чем тебе заняться, Кенши. Ну, давай тогда ты, может быть, попрокачиваешь свою ловкость. А у него прокачана сила. Ага. Ну, в принципе, ему ничего не мешает прокачать ее ловкость. Кенши. Вот он у нас пока там занимается, набивает свои кулаки. А мы тем временем отдыхаем. Оп. Кенши, давай. Ты пока можешь отдохнуть, а наш персонаж попробует позаниматься. Так. Отлично. Вот, мы почти прокачали свою ловкость. Осталось совсем немного, и, скорее всего, будет где-то 99% опять, да? Нет, нет, на этот раз мы все-таки прокачались. Давай тогда, может быть, возьмем себе какой-нибудь интересный навык. А это у нас, получается, будет у ворот, конечно же. Так, у ворот. И, кажется, он стоит 2 очка действия. Или что это? Или 50% урона, шансы избегания, это вообще на все время битвы. Я без понятия. Ну, ладно. Вот, пока что у нас Кенши может позаниматься. Отлично. А наш персонаж что-то как-то долго уже моется. Ты там не всю воду потратил, скажи мне, дружок. Да нет, вроде бы еще есть. А, подожди, то есть... Не понимаю, ну ладно. Смотри, этот пока у нас немножко прохлаждается. Но нам нужен пластик. А, нам нужен пластик. Нам вообще много всего нужно. И, судя по всему,
Так, Кенша, а ты там не хочешь прокачаться, милый мой друг? Скажи, пожалуйста. Так, ты давай тогда отдыхай. Давай-давай, отдыхай. А Кенша у нас сейчас прокачается. Вот, отлично. Ну и давай тогда ему возьмем какой-нибудь навык интересный. Это у нас будет... А, пинок. Либо... Ну, вообще, я, может быть, прокачал бы ему тоже быстрый удар. А, давай попробуем. Быстрый удар, подожди, или... Что у нас тут есть? Сумка. Ага, у него штаны. Черные шорты. Давай, может быть, их попробуем снять. И одеть своего главного персонажа. Вот, бонус скорости атаки у нас повысился, получается. А вот Кенши у нас попробует прокачаться чисто в удары ногами. То есть, вот у нас Кенши. Мы ему оденем кроссовки. И попробуем взять тогда навык. Где тут пинок? Вот он. Четверной пинок. Не знаю, как он там выглядит, но все-таки лучше, чем ничего. Как по мне. Так, отлично. Ну что ж, в принципе, я думаю, мы сейчас можем себе позволить выйти на новую площадку. Это у нас будет игровая площадка. Так вот, как все начинается. Ты растешь на улице, а в следующий момент становишься преступником. О боже. Что они хотят? Энни, простите меня, добрый сэр. Нам очень нужна ваша помощь, пожалуйста. Этот вонючий мистер не разрешает нам здесь играть. Он украл наш мяч. О боже, мерзавец. Конечно же, я попробую свершить правосудие. Так, немножко бумаги. Но сначала, пожалуй, я наберу себе пластика. Так, внутри ничего нету. Ага. Немножко еды. Еще немножко пластика. Так, ну, нам не хватает одного пластика на площадку для попорошайки. Чтобы там уже добывать себе ресурсы и в целом... Джанк. Ихихи, какое веселое место для тусовок. Так, а это еще что? Странный старик. Ты видишь там цветок? Он такой красивый. Мне нужно смотреть на этот цветок. Не трогай его! О боже. Нет, мужик, я не хотел трогать твой цветок, правда. Успокойся. А я могу отказаться от драки? Я просто действительно не хочу с ним сражаться. О боже. Ладно. Смотри, мы... Я даже не знаю, кого выставить, потому что он действительно очень сильный. Давай тогда, пожалуй, выставим сначала у ворот. Отлично. Так. Мы его не оглушили, но... Ну-ка, пинок. Подожди, нет, это локоть. Ах ты ж, ёлки-палки, 20 урона. Фига себе, старик. Я буду смотреть на него вечно. Да я как бы не хотел тебе мешать, но ладно. Избил. Ну, сейчас у нас тогда восстановится наш персонаж, и мы... Что мы будем делать? Ловкость у нас... Подожди-ка. А давай-ка, наверное, сразу отправимся на площадку еще раз. И попробуем избить параноика Джорджи. Эй, ты не видел тут бутылок? Я ненавижу, когда дети бегают вокруг. Они как заноза в заднице. Если ты что-то здесь найдешь, то это мое. Так, ну ладно. Давай попробуем с ним тогда подраться и... Ну, не знаю, что мы сделаем. А, берем у него мяч, точно. Так, тогда мы начнем с уворота. Опа! Давай-ка. Опа-на! Оглушили! Еще раз. Давай теперь уворот. Опа! Увернулись! Отлично! Ну, добей его, добей! Ах ты, скотина! Он проводит свое дыхание вонючее. Да елки-палки, ну как ты мог? Мы почти его добили. Хотя урон что-то какой-то у нас совсем низкий, я хочу сказать. Нет, не нравится это. Ну ладно, ты пока иди отдыхай. А ты, наверное, продолжай заниматься. А что у нас у Кенша? Так, смотри, то есть через 23 часа на нас нападут бомжи. Да, говорит, конечно, сам бездомный, но все же. Пускай тогда Кенша у нас позанимается, а вот Сашенька у нас отдохнет и попробует еще раз избить того параноика. Ну-ка,
Отлично. Пока он там восстанавливается. А у Кенши, кстати, скоро будет уровень. Так. Может быть, кстати, Кенши сильнее нашего Саши. Вполне возможно, потому что у Кенши удары ногами, и в целом... О, он пока вполне себя неплохо показывает. Ну ладно. Давай тогда мы отправимся еще раз на площадку. Вот она, игровая площадка. Давай, это будет матч-реванш. Попробуем показать этому гаду. И, пожалуй, начнем мы, наверное, с... А, так, раз, два. Давай, сейчас у ворот. У ворот, отлично. И проводи ему добивающий удар. Добей, добей его. Да ёлки-палки, не хватило энергии. Ты представляешь? То есть, блин, ну мы почти его убили. Вот действительно, почти его, ну не убили, а избили, но... Но все же, у нас была возможность его одолеть. Эх ты, ладно. Давай, Кенши, тогда ты занимайся, прокачивай свой навык, и, может быть, ты будешь куда сильнее, чем наш бедный, избитый Саша, которого постоянно просто в грязь лицом окунают. Так, и да, у Кенши навык. Мы как раз-таки можем прокачать еще один пинок. Это у нас будет двойной пинок! Воу! Так, и мы его поставим себе, и после, наверное, прокачаем... Либо у ворот, либо скорость атаки. В принципе, скорость атаки имеет место быть у него. Так, а что у нашего Саши? А Саша там пока что отдыхает. Отлично. Можно было бы сходить на авеню, посмотреть, что там у нас с мусором. Ну-ка. Вау! I can't believe how silent it is. Я не могу поверить, насколько тихо это место. Я верю, что я слышу собственное сердцебиение. Что ж, сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. Какой-то мужичок. А, зарубежный попрошайка. Я голоден, я бы все отдал за еду. Ага, то есть ты хочешь, чтобы я отдал тебе еду, а ты мне отдашь какую-то странную, мать его, батарейку. Ты не нужна мне твоя батарейка. Так, ну ладно, здесь, кажется, ничего нету, поэтому пойдем на игровую площадку. This looks like Night City, but the AI is working. Хм, что ж, давай тогда посмотрим, что у нас тут есть. Подожди, а это случайно не ребенок, который был рядом со своей, судя по всему, сестрой? Чувак, ты знаешь, где купить травки? Мне надурили с этой говёной коноплёй. Можно курить ее вечно и никакой радости. Ох, старик продолжает сидеть и смотреть на свой цветок, а этот... Джорджи. А, нет, Джорджи мы еще, кажется, не видели. Или это тот же попрошайка? Ну ладно, давай с ним сразимся тогда. А, 23 здоровья и 25 энергии. Ну ладно, попробуем все-таки его одолеть. Смотри, как у меня выглядит классный персонаж. Такие перчатки у него, такие вот шорты боевые, камуфляжные. Ну-ка, у ворот. Давай, 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 показывай ему его место. Ну-ну-ну. Я уже всю энергию, наверное, потратил. Так, и сейчас он... Ах ты ж гадина! Я просто трачу свою энергию, и после я ничего не могу сделать. А-а-а, ладно. Так, Кенши у нас пока ничего... Не может, потому что у него нету энергии. А наш Саша... Так, погоди-ка. А давай попробуем сразиться за пластик. Ну-ка, то есть 24 и у этого одна энергия. Одна, мать его, энергия. Ну ладно, будем надеяться, что мы быстренько... Так, ну-ка, давай, раз, два... Три. Ну-ка. Давай, 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 давай. Опа. Мы почти добили уже кого-то из них. Ну-ка. Давай, давай, давай. Вот он Кенши пока забивает, а мы... А мы того сзади забиваем. А, да, конечно, с энергией у них совсем все плохо, но, может быть, дальше будет как-то получше. Смотри, у нас теперь есть возможность сделать базовое место для попрошаек. И это значит, что Кенши у нас будет... заниматься, видимо, таким благородным делом. Ну, там он, получается, забирает какие-то ресурсы, немножко денег получает и даже может получить еду.
Но, видимо, там шанс весьма и весьма низкий. Так. Кенши, ты, видимо... Ну... Да, он, кстати, получил умение. Подожди, он прокачал? То есть у нас есть очко? Нет, нет. Но в любом случае сейчас он будет пока что тупо попрошайничать. А Саша у нас будет прокачивать свою ловкость. И после, может быть, мы кого-то сможем одолеть. Но что-то мне подсказывает, что нет, у Саши ни черта не выйдет. Так, вот он сообщает о том, что он голоден и что ему холодно. Угу. Так, и на нас напал какой-то мужик. Привет. Мужичок, а что ты от нас хочешь? Скажи, пожалуйста. Так, ну можно было бы... А, на нас двое напали. Ёлки-палки, ну ладно. Тогда выставим обоих и понадеемся, что у нас получится их одолеть. Но они вроде бы слабенькие, правда, у одного из них свитер какой-то. Так, ну-ка, ух ты ж, ёлки-палки, уже одного моего... А, это Кенши, двойным пинком. Так, отлично, ну-ну-ну, давай, проводи апперкот. Нет, не вышло. Не вышло, не вышло. Ну, смотри, и у этого кровотечение. Персонаж гораздо медленнее восстанавливает здоровье. Лечится сном или использованием бинта. Бинтов у нас нету, так что придется нам... Ну-ка, подожди-ка. Эй, мужик, 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 давай, иди, 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 отдыхай, срочно отдыхай. Вот, он пока сейчас будет восстанавливаться, а мы сделаем себе костер и попробуем туда положить немножко... А, наверное, бумаги, да. То есть мы потратим немножко бумаги и попробуем немного согреться. О, смотри, он у нас пока согревается. Отлично. Ну и можно было бы, наверное, немножко позаниматься. Что ж тут? Вот он пока там, кажется, согревается, да? Согреваешься или не согреваешься? Так. Давай немножко погреемся. Вот. Пошла жара. Вот он пока, смотри. Почти уже согрелся на полную. Потеря скорости огня. Общее получение тепла. И получение тепла во время использования. Ага, понятно. Что ж, ну, Кенши у нас, кажется, восстановился. Поэтому давай, может быть, мы направим своего Сашу попрошайничать. Хотя, блин, судя по всему, не хватает ему. Так, Кенши, давай занимайся. Чё ты там встал у огня? Подожди, а у него... А, у него все еще кровотечение. Ёлы-палы. Я думал, он уже восстановился от этого всего. Но нет. Ну ладно. Давай тогда. Сейчас он немножко погреется. Саша, 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 подожди. Давай, может быть, мы... Блин, он почти прокачал свою ловкость. Давай тогда прокачивай. И думаю, после этого мы сможем одолеть кого-то из тех гадов. Так. Давай пока попрошайничай. А ты... Ёлки-палки. Подожди. Не, он хочет все-таки помыться. Он хочет помыться. Вот он пока восстанавливает свою гигиену. Ну и после, я думаю, мы можем вполне прокачать ему ловкость. А, там уже у нас появится... Что у нас появится? Скорость атаки. Слушай, ну вполне себе. То есть у него же кроссовки. Вообще можно было бы забрать шорты у Саши и попробовать сразиться уже за Кенши. Потому что у него там довольно высокая скорость атаки, разные пинки и в целом... Ну я не думаю, что он прям гораздо сильнее Саши. Так. Отлично. Восстановился. Ну, давай тогда иди. Иди занимайся. А Саша пока что у нас отдохнет. И там мы уже попробуем посмотреть, что он из себя представляет в бою. Так, вот. Кенши получил у нас уровень. А это значит, что мы можем прокачать ему скорость атаки. Скорость атаки, либо восстановление энергии. Слушай, ну восстановление энергии это тоже очень и очень неплохо. Но мы, наверное, попробуем... Так, скорость атаки. Слушай, а давай, наверное, восстановление энергии, потому что энергии действительно не хватает им чаще всего.
Так, то есть вот тут у нас будет 5%, тут у нас будет 5%. Ну да, давай, наверное, так и сделаем. То есть потом мы прокачаем у ворот, и там возьмем себе еще 5%. Так. Ага, отлично. Саша у нас восстановился. А это значит, что мы теперь отправимся на игровую площадку. Вот у нас все еще этот мужик там стоит. Параноик Джорджи. Давай тогда. Попробуй сразиться с моим Сашей. Что-то мне подсказывает, что ничего не поменялось, но ладно. Начнем, пожалуй, мы с локтя. Так, отлично. Подожди. У ворот. Делай у ворот. А у ворот ты не можешь сделать? Ты ёлки-палки. Нет, смотри, все-таки одолели. Я уже думал, что он сейчас на нас дыхнет, и все, мы упадем. Но нет, нет. Мы получили немножко еды и мячик. Так. А девочка дала нам... О, лорд Иисус! Пусть он благословит вашу душу, добрый сэр! Возьмите это в качестве награды! Да, немного бумаги, семена огурца и униформа старого Боба! Вау! Это что-то весьма и весьма неплохое. Давай посмотрим. То есть... бонус энергии, тепло и защита. Слушай, действительно неплохо. Давай тогда ее... А, вместо шорт своих. Блин, ну я тогда не знаю. Тут на скорость атаки. И тут на скорость атаки. Подожди, а кроссовки дают скорость атаки? Нет, тут урон от пинка. Ага. Слушай, ну давай тогда мы, наверное, оставим себе шорты. А вот как раз-таки Кенши у нас тогда будет в вот этой вот униформе. И у него как раз-таки выйдет так, что... довольно высокий урон, бонус к энергии, которая довольно быстро восстанавливается. Мне кажется, мы неплохо придумали. Эзраэль, это тот же, кто ночью у нас, получается, стоял на площадке с сигаретой. Мою сестру преследуют сатанисты. Ее кровь очень ценная, так как она девственница. Господи, боже мой, что ты несешь, парень? Видимо, он все еще под кайфом. Энни, я забралась сюда довольно быстро, и ты не сможешь до меня добраться. Но мы можем добраться, если у нас будет топор. Ладно, окей. Ну, смотри, мы можем попробовать старика одолеть, но что-то мне подсказывает, что нет. Все-таки мы не сможем. Так, и больше, судя по всему, здесь ничего такого нету. Угу. Ну, давай тогда посмотрим, что у нас. Автомеханики. Ага. Ну, мы можем отправиться туда, но, знаешь, у нас нету энергии. Поэтому давай попробуем попрошайничать с Сашенькой. Благо ему не впервой. А вот Кенши пока у нас... Слушай, он классно выглядит в этом комбинезоне и вообще. Так, то есть мы сейчас можем прокачать себе еще раз у ворот. Или подожди. Так можем или не можем? Подожди, а почему? Почему мы не можем потратить тачку? А, требуется 2 очка. Понятно. Ну, ладно, тогда мы, наверное, подкопим и там уже возьмем себе у ворот. И потом у нас будет восстановление энергии. То есть мы довольно быстро будем восстанавливаться и проводить довольно много ударов. По крайней мере, на это надежда. Вот у нас Кенши уже восстановился. И он может вполне скоро... Подожди, а может быть все-таки мы Кенши направим на какую-нибудь новую драку? Давай тогда придем к автомеханикам. Древнее пророчество бродяг предсказывало о твоем появлении. Так, это мы уже видели. Отлично. Так, ну тут у нас ничего. Есть коробки от пиццы. Ага. Валяется какой-то Борис. И рядом, видимо, его девушка. Владик. Я бью его по голове каждый день за оскорбление. Он даже не просыпается. Как я тебя понимаю. Так, немного бумаги с пластиком. Еще немножко мусора. Отлично. Так, и судя по всему, у нас сейчас много ресурсов. Так, ладно. Раз тут ничего у нас нету, и через час у нас будет событие,
Давай попробуем отдохнуть как следует. Блинский, не успел. Не успел. Сейчас мы быстро отдохнем и туда уже направимся. Подожди, а мы не можем сейчас туда отправиться, да? Эх ты. Ладно, Кинши, давай так пока занимайся. Вот, немножко побоксировал. Так, Саша сейчас у нас... ну да, ему еще долго прокачиваться. Кенши тоже весьма нескоро у нас получит. Так. Ну ладно, мы вроде бы остановились, поэтому пошли уже. Опять к этим механикам, посмотрим, что у нас там происходит днем. О, господи. Борис, мне пришлось закрыть автомастерскую из-за того, что эти хулиганы докапывались до моих клиентов. Ты можешь прогнать этих бандитов? Судя по всему, это вот это вот бандиты, да? О боже. Гена, мы собираем металл за деньги, но когда мы управляли этим местом, мы были богаты. Понятно. Что ж. Оу, судя по всему, мы их еще музыкальную колонку испортили. Что ж, это могучий рейнджер? Сомневаюсь. Она выглядит огромной. И, вероятно, лидер отряда. Ладно, давай, пожалуй, с могучим рейнджером сначала справимся. И Саша у нас, скорее всего, будет первым, кто сразится. Ну-ка, давай попробуем одолеть этих гадов. Начнем, наверное, с апперкота. Так, вот, пока она пытается тверкать. О, господи. Отлично, уворот. Быстрый удар, она тоже вернулась. Так. Да ёлки-палки. Ты посмотри. Грамотно, конечно, увернулась, но... Что ж. У нас еще остался Кенши, которым мы можем сразиться. Давай, может быть, опять туда вернемся. И попробуем уже сразиться... Не знаю, с Владиком. А, на этот раз у нас будет сражаться Кенши. Давай. Двойной пинок, пожалуй, у нас... Будет в начале схватки. Отлично. Отлично. Так. Ага. У нее уже блок. 6 здоровья отняли. Еее! Победа! Ну и немножко еды получили. Владик, ты думаешь, что ты крутой? Ты пожалеешь об этом? Ну, ладно. В общем, мы немножко сейчас потрепались. Поэтому я думаю, мы... Посланник. Очень интересно, как люди до такого доходят. Я думаю, мы сперва отдохнем на своей базе и уже потом продолжим свой суровый путь бездомного. Так, смотри, Кенши у нас уже почти восстановился, и мы можем продолжить прокачивать его. Но я думаю, мы пока попробуем сделать себе цветочный горшок. Отлично. И туда мы уже посадим огурцы. Вот, они довольно быстро у нас растут. Прям как на дрожжах, серьезно. Смотри как. Так. А, ну их надо также поливать, судя по всему. Так, отлично. То есть сейчас энергии у нас нету у Кенши. Эх ты, Саша, Саша! Саша, что ты делаешь? Давай, вставай. Кенши у нас хочет отдохнуть. А, он... Ну ладно, он покушал, поэтому... Давай сейчас он пока займет место попрошайки. А Кенши у нас будет отдыхать. И после мы уже пойдем опять на эту площадку, где у нас, скорее всего, будет... Подожди-ка. Хотя, знаешь, я, наверное, прокачал бы Кенши в ловкости. Так, сейчас. Погоди-ка. Вот. Давай ты у нас сейчас пока что позанимаешься. Вот. А ты у нас сейчас... А, я даже не знаю, может быть, стоило ему как-то восстановиться. Но через 11 часов у нас будет вторжение мусора. Вот, прокачались. Давай тогда он сразу у нас попробует восстановиться. И мы его прокачаем заодно. То есть сейчас у нас будет уворот. Вот, да, 2 очка требует. Отлично. И после мы попробуем себе вот это вот взять. Энергичность.
То есть сейчас у нас восстанавливается весьма быстрая энергия, и это очень даже круто, знаешь ли. Так, а тут у нас есть возможность скорость атаки. Ну, я не скажу, что мне нужна скорость атаки за этого персонажа. Я бы ему скорее прокачивал силу, знаешь ли. Вот сила, да, возможно, пригодилась бы. То есть плюс 5% здесь ко всему урону, тут ко всему урону. А либо, подожди, у этого сила, а у этого... А, у этого выносливость есть. То есть тут у него защита, здоровье. Ну и все, что связано вот со здоровьем и защитой. А здесь мы могли бы себе прокачать скорость атаки. Вау. Так, уже неплохо. То есть смотри. Сейчас мы можем взять себе... А мы можем взять? Да, можем. Вот, восстановление энергии. Отлично. Ко всему урону. И знаешь, я, наверное, действительно попробую прокачать себе силу. Прокачать себе силу. Силу. Думаю, это вполне неплохой вариант. То есть мы вот это вот сейчас прокачаем. И попробуем... Так, он только у нас улегся отдыхать. Сейчас тогда мы восстановимся. И может быть... сколько у нас тут? Давай отправимся на площадку. Попробуем сразиться, наверное, с тем... бомжом, или кто это у нас там был? Вот он, Джорджи. Так, и у нас сейчас будет сражаться Кенши. Отлично. Давай, покажи ему место! Начнем, пожалуй, с ворота. Так. Опа. Слушай, быстро. Действительно быстро получилось его забить. И да, он просто неразборчиво что-то кричит нам. Так, ну, у нас немного денег. И смотри, этот продолжает искать какую-то траву себе. Но я предлагаю нам отправиться тогда на базу. Немного восстановиться уже за Сашу, может быть. И потом уже с Сашей. Хотя какого черта, Кенши тоже весьма неплохо сражается. Я бы даже сказал, лучше, чем наш основной персонаж. Так, скорость атаки. Либо быстрый удар может взять. То есть тут у нас 5% ко всему урону. Ха, ко всему урону. Но мы, Кенши, специализируемся на пинках. То есть нам нужен урон. Угу. И пинки. Урон и пинки. Ну, давай тогда сейчас... А, через 5 часов вторжение мусора у нас будет. Сейчас, смотри, тогда мы попробуем Сашенькой отдохнуть. Кенши у нас пока будет попрошайничать. И сейчас придут вот эти вот нехорошие люди, и мы их попробуем уже побить кое-как. Так, еще один горшок можно себе поставить. Но пока что нам... Огурец. Ага, вот у нас... Вырос этот огуречек. Ну и вуаля. А, нашествие. Там один в комбинезоне, другой в каких-то штанах непонятных. 20 здоровья, у другого 21 и 29 энергии. Весьма много. Ну ладно, я думаю, у нас получится их забить. Пожалуй, начнем мы с двойного пинка. А этот с апперкота. Так. Ладно. Опа! Уворот. Отлично. Этого ранили. Подожди. Сейчас я тебе покажу твое... Ах ты гадина. Тихо. Давай, да что ж ты не увернулся-то, елки-палки. Смотри, забили их. Ну-ка. То есть сломана кость. Нам придется использовать свою шину. А на этом, пожалуй, будем заканчивать. Если вам понравилась игра, вы можете скачать ее сейчас в Steam. Ну, по крайней мере, на момент записи видео она была доступна. Это же как-никак пролог или в какой-то степени демо-версия игры. Ну, а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте писать в комментариях. Да, конечно, тут много сортирного юмора, но все же игра, как по мне, имеет какой-то свой шарм. А как вам, в общем, обязательно пишите.
Ну, а на этом, пожалуй, будем заканчивать. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.